Здравствуйте, я риэлтор из Валенсии Михаил Афанасьев. В этом видео я предлагаю вам долгосрочную аренду трехкомнатную квартиру в этом многоквартирном доме по адресу улица Хурац, дом 6. Этот район Валенсии называется Трес Форкес. Дом имеет удобное расположение и фасадом выходит на проспект Авенида Дель Сид. Возле дома расположены автобусная остановка и станция метро. На метро вы доезжаете до центра Валенсии за 10 минут, а на автобусе вы доезжаете до моря без пересадок прямо на городской пляж Мальвароса. Это очень удобно. Также в районе есть большой городской парк с детскими площадками, к нему примыкает аквапарк и бассейн. Есть несколько школ и все необходимые магазины. Район очень удобный для проживания. А вот и подъезд нашего дома. Дверь закрывается на ключ, работает домофон. Заходим. Как вы видите, тут просторно, чисто, светло, все в кафеле, приходит регулярно уборщица, в доме живут испанцы. Как вы сами видите, в доме есть лифт. Итак, мы поднялись на второй испанский этаж, по-нашему это третий. На лестничной площадке расположены 4 квартиры, наша номер 12. Заходим. Площадь квартиры 85 квадратных метров. Квартира включает в себя прихожая, гостиная с выходом на балкон и с видом на проспект Авенида Дель Сид. 3 спальни, кухня с выходом на второй балкон, коридор и санузел. Эта квартира двухсторонняя, комнаты все раздельные и удобно расположены. Окна квартиры выходят на обе стороны дома с хорошим обзором на проспект и во двор. Квартира светлая. В квартире выполнен капитальный ремонт, заменили сантехнику и электрику. В квартиру купили необходимый комплект мебели. Из оборудования имеется холодильник, стиральная машина, бойлер, электрическая плита с вытяжкой и духовкой и кондиционер. Квартира сдается в долгосрочную аренду от года и дольше. Подписываем официальный договор аренды и арендатор может прописаться. Помимо арендной платы, арендатор оплачивает коммунальные услуги, электричество, воду и квартплату жилищного кооператива «Коммунидад».
вы можете посмотреть и другие варианты квартир на моем сайте, где я выкладываю только ликвидные и проверенные варианты. А также вы найдете много полезной информации, как уехать в Испанию. Если вы ищете квартиру в Валенсии или пригороде, закажите индивидуальный подбор. Найдем все, предложим лучшее. Друзья, на этом обзор квартиры заканчиваю. Оставляйте свои комментарии под этим видео, задавайте вопросы и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Всего доброго!